топ-5 армейских упражнений на пресс. Друзья, всем привет! И сегодня хочу показать вам упражнение на пресс, которое мы выполняли во время службы. Итак, все упражнения можно будет выполнить на перекладине. Они не являются легкими, но тем не менее очень эффективными. И первое упражнение, которое, по моему мнению, самое эффективное, это подъем ног на шведской стенке. Здесь у нас шведской стенки нет, но если вдруг вы имеете шведскую стенку, то подъем ног в полной амплитуде именно на шведской стенке считается самым эффективным упражнением на пресс. Это гимнастическое упражнение, которое выполняют гимнасты и которое выполняют курсанты в военном училище. Сегодня мы рассмотрим вариант без шведской стенки, топ-5 упражнений. На первом месте это то, что я уже показал, подъем ног, вися на перекладине. Выполняет следующим образом: висим, не раскачиваясь, поднимаем ноги, немножко поднимаем корпус. Касание перекладины ног. Рекомендация по выполнению 15 повторений, 3 подхода. Отдых между подходами составляет не более 40 секунд. Чистые повторы, не раскачиваемся. Следующее упражнение тоже выполняется на перекладине, уже посложнее. Это упражнение маятник. Выполняется следующим образом. Поднимаем ноги из стороны в сторону. Раскачиваем. Такое упражнение направлено на прямую мышцу живота, проработку прямой мышцы живота, а также косых мышц, ну и в целом мышц кора. Рекомендации по выполнению 20 повторов общая сумма. Раз, два, три, четыре, три подхода, отдых между подходами не более 40 секунд. Следующее, третье упражнение. Кстати, если распределить именно по топу, то мы идем от более легкого к более сложному. Следующее, третье упражнение, это скручивание на перекладине. Выполняется следующим образом. Поднимаем ноги, скручиваемся. Без раскачки. Фу. Пока показывал, уже у самого пресс забился. Рекомендации по выполнению 12 повторов, 3 подхода, отдых между подходами не более 40 секунд. Четвертое упражнение — это выпрямление в передний вис. Сложное полустатическое упражнение, больше направлено не на гипертрофию мышц, а на развитие статическая выносливость для удержания переднего виса, выхода силы и развития мышц кора. Выполняется следующим образом. Подтягиваем ноги к себе. Фу. Уже забитым сложно выполнять. Рекомендации по выполнению 10 повторов. 3 подхода, отдых между подходами составляет у нас 40 секунд. И пятое, самое сложное упражнение в этом сете, но оно не является, так скажем, самым эффективным. Они все по эффективности примерно одинаковые. Здесь, кстати, статическое, скручивание больше косые, первые два прямая мышца живота. Пятое – это составное упражнение, оно очень сложное, поэтому я пытаюсь оттянуть время, да, чтобы немножко отдохнуть. Продушался и поехали. Первое, что мы делаем, это подъем двух ног. Раз, два и вверх до угла. Раз, два. Это один повтор. Фу. Раз, два. 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 Фу. Сложно, его нужно делать не забитым, а на свежие силы, то есть когда отдохнул. Рекомендация к выполнению 10 повторов. Отдых, 3 подхода, отдых между подходами составляет 40 секунд. Вот такие 5 упражнений, мы их выполняли в армии, как видите. Пресс у меня есть, но пресс, собственно, был до армии.
Помните, ребятки, чтобы видеть рельефный пресс, кубики на своем животе, необходимо соблюдать питание. Все остальное – это упражнение для укрепления пресса. С вами был я, Андрей Десантник. Всем до скорого. Всем пока.